Здравствуйте! В эфире программа «7 дней истории». Сегодня мы вам рассказываем о религии и мировой художественной культуре. Я Алексей Юдин, и тема сегодняшнего выпуска – история Иерусалимского храма. Первоначальным храмом после бегства евреев из рабства в Египте, это 13 век до нашей эры, служило скиния собрания. Скиния, это греческое слово, обозначавшее палатку или шатер, представляло собой походный храм для совершения жертвоприношений и хранения ковчега завета. Однако еще до получения скрижали завета на горе Синай, Моисей получил от Бога такое предписание: «И построят мне святилище, и буду я пребывать среди них». Среди них, то есть среди народа Израиля. Покорив Ханаан, землю, обетованную Богом, и назвав ее землей Израиля, евреи часто переносили скинию с места на место. В эпоху Судей, это 12-11 век до нашей эры, центральное святилище Израиля находилось в Силоме. Именно там хранился Ковчег Завета. При этом храмы существовали в Хевроне, Сихеме, Вифлееме и других местах. Так происходило вплоть до царствования Давида, это начало 10 века до нашей эры. Давид покорил Иерусалим и перенес туда Ковчег Завета. На горе Мория, на которой, согласно преданию, Авраам собирался принести в жертву Исаака, Давид водрузил жертвенник и собирался построить храм. Однако, после вмешательства пророка Нафана, он отложил это великое дело и завещал его своему сыну Соломону. По проекту своего отца Соломон строил храм в течение 7 лет, и происходило это, вероятно, с 957 по 950 годы до нашей эры. Храм возводил финикийский зодчий Хирам Абиф, а также целая команда мастеров, присланная царем финикийского города Тира. Освящение храма, святая святых которого был помещен Ковчег Завета, произошло на следующий год, перед праздником Суккот, Кущей. Это событие свершилось в момент наивысшего национального единства еврейского народа, когда образовалось единое царство Израиля и Иудеи. Последующая история храма Соломона иллюстрирует собой драматическую судьбу еврейского народа. Разделение иудейского и израильского царства около 922 года до нашей эры, постоянные рецидивы язычества, борьба за единобожие и, наконец, утверждение Иерусалимского храма в качестве единственного места служения Богу. Окончательно Иерусалимский храм становится единственным национально-религиозным центром евреев в 622 году до нашей эры при царе Иосии. Однако вскоре последовало вторжение вавилонского царя Навуходоносора, который захватил Иерусалим и вывез все сокровища Дома Господня. Попытка Иудеи объявить самостоятельность от Вавилонии была пресечена крайне жестко. Вавилоняне вновь захватили Иерусалим и на этот раз разрушили храм Соломона до основания. В хаосе погрома безвозвратно исчез и Ковчег Завета. Для евреев наступил период Вавилонского плена, который продолжался вплоть до 538 года, когда Вавилонию завоевал персидский царь Кир. По его декрету еврейским изгнанникам было разрешено вернуться в Иудею и заново отстроить Иерусалимский храм. Восстановительные работы под руководством вождя евреев Зарававеля продолжались вплоть до 516 года до нашей эры. И закончились, собственно, спустя 70 лет после разрушения храма Соломона. Торжество единобожия в Иерусалимском храме продолжалось и после завоевания Иудеем Александром Македонским около 322 года до нашей эры. И только в 167 году до нашей эры храмовые службы были прекращены на 3 года, когда селевкийский царь Антиох IV Епифан умудрился водрузить на жертвенники всесожжения алтарь Зевса. Последняя грандиозная реконструкция Иерусалимского храма была предпринята царем Иродом Великим в 22 или 19 году до нашей эры. Тем самым Иродом, который, согласно Новому Завету, так боялся прихода своего политического соперника Мессии и поэтому приказал истребить всех младенцев в Вифлееме. Работы по реконструкции храма были завершены только при правнуке Ирода Агриппе II в 64 году. Однако через 6 лет храм был разрушен римлянами в ходе подавления мощного иудейского восстания.
Разрушение Иерусалима и сожжение храма стало роковым моментом для всей истории евреев. Это событие положило начало их рассеянию по всему миру, а также дало новый облик веры народа Израиля, тоскующего по своему разрушенному храму. Согласно Талмуду, после разрушения Иерусалимского храма в этом прообразе мироздания закрылись все врата, кроме врат слез. Оставшаяся западная стена второго храма получила название «Стены плача», потому что перед ней проливаются слезы всех евреев, оплакивающих свой храм. Последующие попытки восстановить разрушенный Иерусалимский храм не дали никаких результатов. Это пытались сделать вновь восставшие евреи в 132-135 годах, а также римский император Юлиан Отступник в 361-363 году. Наконец, в 637 году Иудею захватили арабы. На месте разрушенного Иерусалимского храма, священного места также и для мусульман, они возвели свои святыни. Мечеть Кубат-ас-Сахра, так называемый купол скалы или мечеть Амара, и мечеть Аль-Акса. И вплоть до сегодняшнего дня священная храмовая гора находится под религиозным покровительством ислама. Ну, а религиозные традиции евреев по-прежнему чают восстановление Иерусалимского храма. Всего доброго! Смотрите нашу программу «7 дней истории». Сегодня мы вам рассказывали о религии и мировой художественной культуре, а завтра вы узнаете о событиях, произошедших в древнем мире. До свидания!